По правилам торговой площадки продавец получает деньги покупателя только если получение заказа подтверждено или если закончился срок защиты заказа. В связи с этим решать вопросы о компенсации напрямую с продавцом бессмысленно. Он просто не может вернуть денег покупателю, так как еще и не получил их. Спор – единственный и правильный способ решения проблем, которые могут возникнуть по сделке. Пришла посылка с дорогим по цене квадрокоптером. Вот в таком виде. Коробка порвана, сильно помята. За такие большие деньги упаковка должна быть соответствующая. При ближайшем рассмотрении товара оказался сломан пульт управления дроном. Точнее, сломан, продавлен стикер управления, о чем сообщает программа пульта. Сам коптер рабочий. Заказ пришел вовремя, но качество товара оставляет желать лучшего. Я открываю спор на AliExpress. На странице моих заказов выбираю заказ предмет спора. Нажимаю «Открыть спор». Пишу сообщение о проблеме продавцу на русском и английском языке. Еще раз нажимаю «Открыть спор». Нажимаю «Запрос возврата». Фраза «Только возврат» означает «Возврат денег». «Возврат товара и денег». Вернут вам деньги, но вы должны отправить обратно товар за свой счет. Нажимаю «Только возврат» и заполняю форму запроса. Только возврат средств. Получили ли вы товар? Да. Возникшая проблема. Выбираем. Товар поврежден. Выберите проблему. Товар доставлен поврежденным. Указать сумму. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о вашем товаре. Здесь пишем проблему по-английски. Прикладывается фото испорченного товара. Можно добавить видео. На спор отводится 5 дней. У нас осталось 3 дня. Если продавец вам не ответит, то спор будет закрыт в вашу пользу. У меня большая сумма – 18 тысяч рублей. По истечении 5 дней продавец-хитрец вынес решение. В графе «Только возврат средств» указал 0 рублей. А внизу маленький комментарий – «Компенсирую 40 долларов». Это обычная уловка продавца. Я отклонил его предложение. Теперь к спору автоматом привлекается AliExpress. На эту часть спора отводится 5 дней. Можно попить пивка. Служба AliExpress добавила решение. Только возврат средств 12 800 рублей. Или возврат товара и денег 64 000 рублей. Я выбираю 12 800 рублей. Покупатель принял решение. Если я выберу 64 тысячи рублей, мне придется за свой счет отправить товар в Китай. Далее. AliExpress работает над решением. Ждать надо еще 4 дня. Только возврат средств 12 800 рублей. За это время продавец предлагал мне 60 долларов, 100 долларов, 130 долларов, 210 долларов. А начал с 40 долларов. Через 4 дня решение AliExpress. Только возврат средств 12 800 рублей. Денежки мне на ремонт пульта вернут на карточку в течение от 3 до 20 дней. Не бойтесь открывать спор не только на крупные суммы, но и на мелочь 100 рублей. Если вы правы, держите спор до конца. Не попадайтесь на уловки продавца. Продавцу открытый спор очень невыгоден и бьет по имиджу его магазина. Я побежал ремонтировать пульт управления дроном.